Всем привет, друзья! Я сегодня готовлю блюдо, которое зародилось в одном из прекрасных городов Армении – Гюмри. Все, наверное, помнят, в 1988 году в этом городе было землетрясение. Бывшее название, кстати, напомню, Леринакан. Вот они и придумали это блюдо – татар-бураки. Татар-бураки – это паста из пресного теста. Я сегодня приготовлю это блюдо, только внесу мою изюминку. Сначала режем зеленую фасоль покрупнее. Солим кипяток. В одну кастрюлю добавляем наш татар-бураки. В другую кастрюлю добавляем вот зеленую фасоль. Пока варится, мы приготовим наш соус. Для этого я почищу чеснок, несколько зубчиков. Вот так мелко нарежу чеснок. Обжариваем чеснок в оливковом масле. Нарезаем помидоры. И вынимаем сердцевину. Аккуратненько. Вот мы надавили почти весь свежий сок с помидоров и тушим с чесноком. У нас фасоль уже готова, и мы добавляем к соусу. Немножко добавляем бульон фасоли. Режем наши помидоры пополам, которые уже без сердцевин. И добавляем сверху. Немножечко тушим вместе все. Бураки готовы, сейчас я протяжу аккуратненько. Добавлю чуть-чуть масла, чтобы она не прилипла. Добавляем бураки сюда. Теперь чуть-чуть немножко, я посолю немножко паприку. Добавляю я черный перец и сушеный красный базилик. Теперь я довожу до окончательного вкуса. Добавляю оливковое масло. Добавляю зелень, листья кинзы. Аккуратно перемешиваю. Добавляю сыр. И последний штрих. Это волшебный мацун. 3 ложки мацуна. И перемешиваем. Я свою порцию сейчас заберу.
Друзья, непередаваемый вкус. Как говорят армяне, «вай чуторин». То есть в переводе это будет так: «вай тому, кто не попробует». Приятного аппетита!